Рады приветствовать вас на сегодняшнем матче. Надеюсь, не мешать вам его смотреть будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Сегодня «Зенит» встречается с Краснодаром. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончании. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированы, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Что нового приготовил для нас и, главное, для соперника «Зенит»? Георгий, ну ты же понимаешь мотивацию этой команды, им буквально рукой подать до еврокубковой зоны. Поэтому им сейчас самое главное не провалить концовку сезона и удержаться на тех позициях, на которых они стоят. Состав «Зенит». Видно, что для команды первостепенным является баланс во всех линиях. И в этой расстановке он соблюден просто отлично. Посмотрим на состав Краснодар. Вы видите расстановку игроков на поле. С этой схемой команда может получить преимущество в центре поля. А помнишь, сколько было разговоров после того, как «Зенит» подписал Халка и Вицели в 2012 году? Не то слово. Клуб так решил показать уровень своих амбиций и серьезность намерений. Получилось или нет, ну, тут я судить не берусь. Игра началась, «Зенит» с мячом. Посмотрим, какую тактику выбрали тренеры на этот матч. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Перейра. Смолов. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Отличный удар. Да ну, это совсем никуда не годится. А вот и атака питерцев. Смолов. Легко прошел он соперника. Краснодар пробьет угловой. Мяч летит в центр штрафной. Здесь прессинг. Шарль Каборе. Это может быть опасно. Нужно забивать и выходить вперед. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Этот игрок забил, но мы с тобой видели эпизоды, в которых футболисты промахивались с таких дистанций. Это действительно так, но вот здесь прямо все к одному срослось. Кто-то не доглядел, а кто-то вовремя подсуетился. Команды разыграли мяч в центре поля, и Краснодар ведет в этом матче. Смольников. Иванович. Александр Ерохин.
Игорь Смольник. Питерцы начинают опасную атаку. Смольников. Перейра. Пока неплохо. Смол. Мамаев. Мамаев! Игорь Смольник. Дмитрий Полос. Нет, не дошел этот пас до адреса. Отлично сыграно, надо решать. Игорь Смольник. Надо забивать и сравнивать счет. От углового флажка «Зенит» ведет мяч. Мяч летит. Александр Ерохин. Да, это называется добрый вечер. Удар у него явно не получился. Видимо, мяч попал в угол головы. Увидел открывание впереди, делает передачу. Мяч в зоне атаки. Игорь Смольник. Зенит на половине соперника. Иванович. Ударище просто. А штанги мяч отскакивает, забивай. Гранквист. Первый. Краснодар будет вбрасывать из-за боковой. Шарль Каборе. Хорошая игра защитника, чисто сыграна. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Первый тайм завершается, голов «Зенита» мы пока не увидели. Тут может что-то получиться. Жирков. Прекрасная игра защитников в штрафной. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мамаев. Федор Смолов. Может получиться интересная атака. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Есть тут возможность к воротам убежать. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Такие передачи придают атакам остроты. С мячом вперед он идет. Каборе. Все верно. Края надо чаще задействовать.
Нужно было сохранить этот мяч, к тому же никто не мешал. Дмитрий Полос. Александр Ерохин. Бронислав Иванович. Александр Ерохин. Ну, мягче, конечно, нужно было передачу. Посмотрим, сколько времени добавлено. 3 минуты. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Минимальное количество голов, минимальный перевес. 1-0 пока. Хороший первый тайм он провел. Так, ну я думаю, что своим голом он доволен. Ведет команда после первого тайма. Но одного гола может и не хватить для победы, поэтому надо во втором тайме постараться развить преимущество и забить еще как минимум парочку. Нужно забивать и выходить вперед! Надо забивать и сравнивать счет! Защита! Ударище просто! Краснодар ведет после первого тайма, а у нас только что начался тайм второй. Это может быть опасная атака. Олег Шапов. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Сергей Петров. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ничего опасного эта атака не несла, да еще и офсайд был зафиксирован. Доменико Кришин. Юрий Жирков. Сергей Петров. Атака продолжится через фланг. Защита надежно играет. Мяч отобран. Сергей Петров. Павел Мамаев. Олег Шатов. Пока неплохо. В защите у них явно непорядок. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Мамаев. Продолжает идти вперед. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Олег Шатов. Смол. Павел Мамаев. Шатов. Удар. Вот так и нужно играть в обороне. Олег Шатов. Очередной точный пас в его исполнении. Олег Шатов. Он бьет с
спасает вратарь свою команду. Это может быть опасно. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Снимает его с игры тренер. Но, по-моему, отыграл он очень неплохо даже сегодня. Тут защита справляется с потерей мяча. Олег Шар. Шарль Каборе. Олег Шар. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Зенит на половине соперника. Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Удар со штрафного. Слишком далеко, очень неточно. Тренер сразу задействовал две руки. Одной показывает кулак, а другой крутит у виска. Что ж ты делаешь, дорогой? Двадцать минут осталось игры. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Мяч в зоне атаки. На дальнюю подачу спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Полос. А вот и атака питерцев. И выносится мяч из штрафной. Мяч вышел за пределы поля, и «Зенит» будет вбрасывать. Свежий игрок выходит на поле у «Краснодара». Дмитрий Полос. «Зенит» пробьет угловой. Тем временем готов игрок отстающей команды вступить в бой со свежими силами. Подали мяч с углового в центр штрафной. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Иванович. Полос. Решил пробить. Вратарь забирает мяч. Много еще играть. 10 минут. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Мамаев. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Очень хорошо друг друга партнеры чувствуют. Игра в пас просто на высоте. Да, и глаз радуется, что, к сожалению, в наше время не о каждой команде можно сказать. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Юрий Газинский. Федор Смолов. Это может быть опасно. Соперник нарушил правила. Штрафной в пользу Краснодара. Грамотные замены – это путь к победе. Этот игрок выходит явно на удержание счета.
полос. Олег Шат. Табличка в руках четвертого судьи. 3 минуты на бал. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Последний шанс сравнять счет. Довести до ума эту атаку. Надо забивать и сравнивать счет. Вот такие развязки, это просто фантастика. Снова ничья и времени почти не остается. Вот именно, Константин, ключевое слово здесь почти. Финального-то свистка еще не было. Ну вот же оно, есть счастье в этой жизни, есть в этом мире место чудесам. Да, защитники, похоже, уже слишком уверовали в победу, и расплата не заставила себя долго ждать. Счет снова равный, 1-1. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Свисток арбитра фиксирует ничью по итогам 90 минут. Нужно забивать и выходить вперед! Надо забивать и сравнивать счет! Ударище просто! Довести до ума эту атаку. Надо забивать и сравнивать счет.